Кимберли-Лэнд совместно с лабораторией спортивной медицины и физиологии Гироклеон приняли решение на ближайший год отсмотреть самые популярные фитнес-методики, программы, соответственно, фитнес-тренажеры со стороны физиологии и спортивной медицины на предмет безопасности и, естественно, эффективности. Сегодняшнее наше наблюдение посвящено оценке тренировочного эффекта при выполнении упражнений на вибер-платформе. В качестве рабочей гипотезы мы приняли предположение, что тренировки, выполняемые на вибрационной платформе, ведут к повышению уровня потребляемого кислорода как во время выполнения собственного упражнения, так и в период отдыха, что, соответственно, должно привести к повышенному энергорасходу за стандартный промежуток времени. Методика исследования включает в себя сравнение двух различных вариантов выполнения упражнений. Выполнение упражнения в стандартных классических условиях и выполнение упражнения на вибер-платформе. В процессе выполнения упражнений нами фиксировались параметры газообмена, параметры частоты сердечных сокращений и изменения концентрации лактата в капиллярной крови.